ездили в Гданьск, специально делали фотосессию для них в Астории. И когда, по-моему, уже уезжали, мы уже заканчивали съемку, мы словили такую погоду, что буквально 15 минут идет дождь, 15 минут солнца. 15 минут мы в кафешке что-то кушали, 15 минут фотографировали. И уже когда уезжали, увидели на Молла, что вот такие вот чудеса природа нам предоставила, такой вот фон. Естественно, воспользовались. Мне кажется, очень многие задают этот вопрос, зачем вы нарисовали радугу или как вы нарисовали радугу. Там их две на самом деле. Если бы у нас еще хорошая печать была, да, получше, то видно, что их две. Выставка получилась очень трогательная. Я не знаю, как для вас. Она меня уже просто тронула до самого сердца. Очень много трогательных таких моментов, именно жизненных и таких нежных, ласковых, которых в жизни не хватает иногда. А вот им удалось это словить. Вот. И желаю, чтобы успехов было много-много, и чтобы все радовались и приходили на выставки. И выставки, чтобы проходили в более расширенном.